Всем огромный привет, и сегодня я вам покажу вещи, которые я заказала с AliExpress еще месяц назад, а также я вам покажу покупки вещей на лето, которые я совершила в июне. Так что приглашаю к просмотру. На сайте AliExpress в магазине Telever, если я правильно называю, я точную информацию оставлю внизу под видео. Я заказала вот такое длинное платье, вот с таким принтом. Оно с длинными рукавами. Это платье не летнее, хотя на прохладную погоду пойдет. Там вечерком прогульнуться в нем можно. По бокам карманы, можно с поясом, можно без. Но вот с размером я не угадала. Оно мне большевато и очень свободное к низу. Еще я заказала черное кружевное боди. И здесь оно пришло вообще не такое, как на картинке. На сайте у них и вырез другой, и рукава длинные. Мне же пришло с короткими рукавами и своеобразным вырезом. Но, несмотря на это, мне боди понравился. Выглядит очень соблазнительно и сексуально. И еще я заказала черную юбку. Я думала, она будет кожаная. В итоге непонятный материал, как будто фольга какая-то. Даже гладить боюсь. Размер в пору. Села на меня хорошо. Расклешенные, но я, честно говоря, ее не совсем оценила, она мне не очень понравилась. Я не знаю, идет мне такая расклешенная юбка, не идет. Напишите ваше мнение внизу в комментариях. И также на сайте AliExpress я заказала черный удлиненный пиджак. Это такая универсальная, я бы сказала, вещь. Она должна быть в базовом гардеробе у каждой девушки, я считаю. Ну, его можно и с юбкой одеть, и с джинсами. Вообще, то есть можно придумывать разные луки, хорошо смотрится. Ну а далее я вам покажу свои покупки одежды, которые я совершала в июне. Кое-что я купила на рынке, кое-что в торговых центрах. Наконец-то я накупила себе летних легких платьев, давно хотела. Кофточку с кружевами белую, очень красивую. Рваные джинсы, я их просто давно хотела. Я нашла прям именно то, что я хотела, о чем мечтала, можно сказать, и кучу сандалий. Так что смотрите под музыку и пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось. На рынке, на автовокзале я купила себе 4 пары обуви по халяве, можно сказать. Там была грандиозная распродажа. В итоге я ухватила 4 классных пар обуви. Мне понравились. Ну и плюс у меня 41 размер. Мне очень сложно вообще подобрать обувь. Вот. В итоге я купила вот такие вот на маленьком каблучке. Очень удобные они, вся эта обувь вообще такая комфортная, не натирает. Я уже носила вот эти, вообще суперские. Вот такого плана сандалики, вот такие черные и бежевые. И знаете, у меня наконец-то получился очень удачный поход. Я прям накупила себе кучу вещей в один день и обувь. И вот эти все покупки я совершила в июне, все, что я вам сегодня показывала. Так что я безумно довольна, у меня теперь есть что летом хоть носить. А на этом все, всем пока-пока, удачных всем покупок, летнего хорошего настроения веселого. И напишите в комментариях внизу, что вам понравилось больше всего из моих вещичек. Всем пока-пока.